Здравствуйте, меня зовут Катя Шевчук, и я бьюти-блогер. Я приглашаю вас вместе со мной совершить прогулку по бьюти-зоне роскошного берлинского универмага КДВ и вместе посмотреть, какие же бьюти-новинки выбирают для себя берлинские бьюти-голики. Как и в большинстве европейских торговых центров, вся косметика в КДВ собрана на первом этаже. Меня приятно удивило наличие в КДВ марки Charlotte Tilbury, которую я, признаться честно, не смогла найти ни в Милане, ни в Барселоне. Кстати, вы знаете, что именно Charlotte Tilbury разрабатывала первую коллекцию макияжа для марки Tom Ford? А еще я с удовольствием заглянула в отдельный корнер марки немецкой органической косметики «Доктор Хаушка», которую уже давно нежно люблю за ее отличные средства по уходу за проблемной кожей. Часть марок, представленных в КДВ, оказалась неизвестна даже мне, заядлому бьюти-маньяку. Другие же я с удовольствием обнаружила и подробно изучила их ассортимент. Например, марку The OAE, которую создала знаменитая стилист из LA Джен Аткин. И линейку средств для волос от марки Balmain. Также меня приятно удивил широкий выбор нишевых марок парфюмерии, представленных в магазине КДВ. Это и такой любимый знатоками Диптик, и Байредо, и Фредерик Маль. Но больше всего мне понравилась зона с нишевыми марками по уходу за кожей лица, такими как мои любимые Родиал и Ифлом. Ну и конечно же я не смогла пройти мимо совершенно потрясающей рождественской коллекции от марки Байтери. Именно эти средства попали в виш-лист основных бьюти-голиков мира. Безусловно, я не смогла не заглянуть в свой любимый корнер Бобби Браун. К сожалению, большой рождественской палетки теней в наличии не было, зато были отличные монотени. А корнер Dior приятно радовал своих покупателей вот таким вот солнышком из блесков для губ, помад и лаков для ногтей. В корнере La Mer меня заинтересовала новинка марки «Матирующая пудра для лица». А еще я с удовольствием заглянула в корнер марки Kiehl's и выбрала там несколько подарков своим подругам. Меня приятно удивило наличие в КДВ австралийской марки по уходу за кожей лица и тела iSoap и отличные рождественские наборы от марки Bare Minerals. Также я впервые познакомилась со средствами по уходу за волосами от марки Acqua Kappa. Наконец-то рассмотрела вживую совершенно потрясающие палетки от марки Huda Beauty и детально изучила кисти и палетки теней от марки Zoeva. Итак, спасибо большое, что совершили эту прогулку вместе со мной. С наступающими вас праздниками! Пока-пока-пока!